Наверное, кто-то снова помешал, или уж в подъезде темно. Наверное, не подумал, не сказал, а если не увидел просто. Ты подошла, он попросил, только неосторожно. Ты не ушла, не было сил, больше так невозможно. Не понимал и не заметил капель мокрых. Все хорошо, нужно еще наедине остаться. Если опять все повторять, важно не растеряться. Ну зачем же так? Наверное, кто-то снова помешал, а может, не хотели оба. Наверное, не подумал, не сказал, а ты не обещала много.